Всех приветствую, зрителей канала, подписчиков, кто случайно зашел на данное мероприятие. Сегодня у нас рыбалка. Так, что я вчера нормально искатал? Сейчас посмотрим. Вчера я литров 10, наверное, искатал. Может, больше. Да заправиться надо. Сегодня едем вдвоем на рыбалку с Сережей Головорезом на снегоходе. Сережа с утра звонит и говорит: ты что спишь? Я говорю: Сережа, рано не поедем. Моя щука никуда не денется. Она и после обеда брать будет. Да и сорожка тоже. А сон — это здоровье. Я почему и в ночные не люблю ходить. В этих палатках хрен выспишься, потом весь день хуже, чем с похмелья ходишь. Но кто в ночное любит ходить, тот понимает, о чем я. Да, вчера я много накатался, я вчера на две ямы ездил. Бензинчику знатный израсходовал. Ну-ка. Да не так знатно. Ну, литров, наверное, да. Под десятку, наверное, вчера оформил. И вот. Ехать, правда, далеко надо, но никуда наша рыба не денется. Ой, да не так много я вчера, ребята, искатал. Итак, сегодня едем на рыбалку. Сережа Головорез на снегоходе на дальнюю яму. Блин, заморал только. Ну ладно, сейчас вытеру. Так что будет интересно. Сейчас я за Сережей заеду, позвоню ему. Заеду за Сережей. И поедем не спеша. Там ехать по накатке. Вчера я там набил. Но мы на малую яму не поедем, поедем на большую. И все. Будет интересно. Так что смотрим, погнали. Саночки отцепил. Сейчас мы их подцепим. Надо задом выехать будет. Заводим наш. Блин, звонок. Погодите. Кто звонит? 900 мегафон, Кировская область звонит. Не знаю, кто это звонит. Номер незнакомый. А, Сережа, бот. Так, что это мне? Не знаю. Номер незнакомый, мегафонский. Не Сережа. Подсос включим. Подсосем. О, сегодня холодно было ночью. Цилиндры плохо крутятся. Минус 11, минус 12 цилиндры. Все. Сейчас прогреваю, да выезжаем отсюда. Приехали к Сереже, а он еще не готов. Ты что, говорит? Я говорю, мы же договорились, что я сейчас подъеду. Смотрите. Собака-бояка. У дяди Леши с собакой тусуется. Вот это да. Сережа Головорез собственной персоной. Интервью может взять у него. Он, знаете, что наделал? Расскажи, что ты наделал. Сережа Головорез. Всем привет. Он оставил рощенников в кармане, и у него они вылупились, и дома мух завел. Нет, это не в кармане. В кармане мухи у тебя сейчас, да? Мушку ловить, бля. Ну ты чё? Как тебе мои скребки? Я, смотри, выставил скребки сейчас. А чё ты двое санок возишь? Ты там лечить километр, что ли? Ты почему двое санок возишь? Чё, двое санок вожу и вожу. Ты скидывай снег давай отсюда, отвязывай заднюю, вот эту отстегивай. Удобнее, наверное, будет. И ложи в санки все, у меня там так пила. И все. У тебя у дома уже, что, прозвон-то нельзя сделать, чтобы выезжать? А я что-то думаю, ты уже готов, если меня с 8 утра будешь так. Так я готов мне... Тихо-тихо ты, а это снизу-то отцепи ее, Серег, вот здесь. Да, она там зацепилась за крючок.
И скинь снег-то здесь себе. Тихо, пилу порвешь, Серега. Ну что ты делаешь-то? За зуб зацепилась, погоди. Пилы. А что она без чехла, что ли? За зуб. Давай, поднимай. Серега тут ворочает от снега. Поснимаю хоть. Сережу головорезов, действуй. Мы сейчас столько же наберем. Так ты зачем остальное-то не надо? Пускай будет. Надо все выкинуть, значит. Став сюда в саночки, у меня здесь пила. Шбуры, шмуры. Будешь лишить килограммы. Ладно, сейчас мы выезжаем. Этот ролик-то я не знаю, когда будет. У нас сегодня 23 февраля. Сережа хочет вас всех поздравить. Всех мужиков и женщин поздравляем с 23 февраля. Всем удачи. Счастья в жизни, личного, не болеть, не хромать, не пукать. Мы все, поехали, все нормально. Сегодня едем по накаточке, целины не будет, снегоход не напрягаться, но вся дорога, сейчас покажу. Блин, не туда покажу, сейчас покажу. Вот такая. И не разгонишься. Амортизатор пробивает, Сережа весит тонну. И полторы. Блин, он там мне плохо застегнул, сейчас я еще санки оправлю. И все. Железно. Ну там все по накатке будет. Не спеша. Не спеша. Там может где-нибудь снимемся, где-нибудь снимем. Где-то перекуривать будем, если греться будем. Ну так нормально все. Все, едем. Да. Я же раньше на этой улице жил. Заправлю было три, у нас дом будет. Ну против пикника. Так, посмотрим, что тут есть. С чего начнем? Давайте сбоку. Отверстие насверлил я целую кучу. Начнем искать щуку. Сегодня темновато, правда? Так, дайте-ка я вас убавлю немного, чтобы не мешали, запись включу, видео на всякий случай. Ты что, по бели сядешь? На бель сяду. Ну садись пока, я щуку поищу, похожу. Покажи. Здесь почему-то вода мутная с этой стороны, ну непрозрачная. Это щука мутит. Позавчера? Что, он протирался даже, блядь? Не знаю, приезжал, да что. Да, неделю назад. Они с Филькой приезжали. Нету пока, Серега, щуки. Не подошла. Хорошо ли видно в экран? Херово, что-то здесь вообще вода плохая. Вот там на это. Под шмелихой смотрю, так там прозрачно. Здесь что-то, блядь. Какая-то она как будто со снегом, что ли. Как она, Серег, называется, эта херня? Шуга, да, как будто здесь. Что тут, блядь? Она какая-то, не знаю, не прозрачная здесь вода. Ладно, перекаты там где-то, пороги были бы, блядь. Я тут когда был-то, блядь, вот позавчера не мог вытащить чугура. Вот. Сука, до льда дошел нахуй этот. Этот карабин-то, петелька-то из проволоки сделана. Но. Сука, разогнулась, падла, блядь. Я уже стал выводить ее, блядь, потихоньку вывожу, думаю, сейчас выведу. Блядь, ебануло все нахуй. Сули, пятку, а руки затряслись, блядь. Так, ну, ладно, я начинающий рыбак, нахуй. Не знаю, я сколько мужиков вижу, так у них все эти мягенькие. Так вот, нет, да, логично, да, если так подумать, так надо вот, чтобы подверже было, она бы лучше засекалась, блядь. Вот на Озоне я выписал 3 такие за 500 рублей. А ты взялся в это? Одну взял. Я вчера зашел в магазин, блядь, в городе. Что они стоят, тысячи по полторы, думаю, нахуй не буду брать. 300 рублей. А я взял 3 за 500. Ну вот видишь. На Озоне вот 300 рублей. 55? Раскладные. 55, 5 дней. Что, пойдемте искать щуку. Ну, силикончик, а что? Там просто играть по-другому надо. Не, в траве. А, в траве? Этот-то не бегает. В траве там цепля. А этот-то хули. Вот, ты не представляешь, вот такая глубина. На-на-на. Даже меньше, нахуй. Вот. Отпускаешь, только пустишь, дудух, нахуй, потычка, блядь. И не знаешь, как вытащить, нахуй, она там не извернется, блядь. О, блядь, сороку поймал. Че, живца? Ёрш, ёпта. А ерша были вчера тоже здесь они. И вот на такую хуйню вот это ловилось, блядь. Тоже он, блядь, Володя Фоминых научил. Ну. Володя, он на резину уже хера. Ну. Они же, блядь, эти, такие рыбаки, за ним хую гонишься, блядь. Так ты пробуй все. А? Все пробуй. Так, я как бы сказать, блядь, если по большому счету,
Я рыбу нахуй речную никогда не ел и не ем нахуй. Так нам процесс главное-то. Да. Мне вот такая же хуйня. Отдохнуть, попиздеть вот с кем-то. Да-да-да. А то, что это, блядь, я понимаю, у меня бывало как-то раз я... Даже не раз, блядь, один раз еле дотащил до дома, нахуй. Рыбу, блядь, наловил. Куда ее, нахуй, еще? Все раздал, блядь. Увез в город на балкон. Положил этот, пришел Шурин, Коль, погонничек. Че это у тебя тут, я говорю, да, ну, рыба. Там такие головли, блядь, лежат, нахуй. Ну, тут, слушай, дай мне, я говорю, забирай все, нахуй. Ну, а один раз еду, это, к подъезду подхожу, мужики у подъезда стоят, курят. Я из машины вылажу, рюкзак достаю. Че у тебя в рюкзаке? Я говорю, да хули, рыбу наловил, везу. Че пиздишь, нахуй, какая рыба, блядь, у вас там в Куменах никакой рыбы нет. Блядь, я рюкзак развязал, нахуй, там, ну, по килограммчику такие щучки, так, калачиками лежат целые. Блядь, они охуели, блядь, полный рюкзак этой хуйни, блядь. А где че? Один раз наловил, говорю, блядь, еле до дома дотащил. Эту наклал, блядь, и в пакет, нахуй. Ну, это как-то, блядь, не знаю, вот как, блядь. Как шутя, нахуй. А только опустишь, дыдых, нахуй, ткнет, блядь. Нарвался что на выход? Не знаю. А иногда приедешь, ничего не клюет. Погода не такая была. Погода была мягкая, вот теперь. Мороз был, и потом после мороза плюс, нахуй, один. Я пошел на реку, блядь. На реке никого нет, нахуй, ничего, блядь. Но. И хорошо порыбачил. Очень даже хорошо. Сейчас я тоже через штучки три еще проснул, блядь. А что ты, ходи по всем, по этим. Не жалко дыр там. Надо, что? Они уже вроде как обошли все. Рыбачим. Есть, точно. Кислота, значит, работает. Надо поставить тоже кислоту. Даже желтая? Нет, у меня белый. У Сережи это дневник сделан, блядь, он вставляет, отцепляет. А я тоже купить все не могу. Все, планирую, планирую. Кислота, значит, сейчас поменяем. Вот уже отпущу, нахуй. У меня бывало, я по две штуки из бунки доставал. Ну что у них тут? Много плавает. Так. А килограмма на три, чтоб дернуло. Побороться. Я вчера леску вот купил, блядь, 3D, нахуй, 3,5 диаметр, и 0,35. На. Хуй порвешь, блядь. У меня до этого стояло 0,2, блядь. Сука, тянешь, нахуй, боишься, блядь. А то у меня такая, это, два раза рвал, блядь. А? Вот такая у меня, два раза рвал уже, блядь. Ну-ка, покажи, какая у тебя. Хуй не знает. Она еще за коржи-то подцепляется. Ну, у тебя тонка, конечно, тонка, нахуй. Да. Ты говоришь, нахуй, ты на 2 килограмма, нахуй, если она не уставшая, блядь, со свежей силой, трудно будет, нахуй, довести. Ну, до лунки доведешь, а будет поднять, будет трудно. Будем изматывать. Так изматывать, она. Я посмотрел, блядь, у Фильки. Вот такую купил, блядь. Купили вот такую леску. Ее, говорит, в воде не видно. Да. Вот в чем секрет, нахуй. А это вот она в воде вот вроде белая-белая, а ее видно. А это вот, ты говоришь, вода мутная, она все сливается, их хуйня не видит. У меня, по-моему, на второй удочке такая вот стоит. Тут 3D. Какая-то хуйня, новая леска, блядь. Сейчас все-то будет. Нет, у меня плетенка какая-то. Плетенка? Шнур, что ли? Ну, что-то такой тоненький. Шнур, нахуй, он же что, не играет? Думаешь? Не, шнур не надо, блядь, на балансир, не. Он еще, блядь, застынет, дубовый какой сделается, такой, как колом, нахуй, да? Ну, я на нее не рыбачил, только на мой тал, у меня как запасная лежит, так. Так вот я вчера 3D вот эту намотнул, эту все нахуй 0,2 убрал, думаю, блядь. Ну я вот эту большую дотащил, так леска-то вытерпела, нахуй, эта хуйня разогнулась. Ну мне сказали, нахуй, это говорит, у тебя леска слаба, говорит, одень потолще что-нибудь. А
Значит, вы 23 февраля решили на реке нахуй летать. А что мы вино не пьем, так нам пофиг. А, я тоже, кстати, вино. Я уже лет 20 нахуй капли в рот не дирал. Мы тоже, нам лишь бы... Нет, Сережа-то курит. Нам лишь бы дома не сидеть. Летом золото ищем с металлоискателями, железо. Я курить бросал очень тяжело, вот честно скажу. И не один раз, ну не могу бросить. Один раз в красном стою на остановке, блядь, окурок поднял и закурил. Вот, блядь, ну не могу, как вот это, блядь, как сам не свой. Вот дыму попало маленько, что все, совсем другой человек. Но все равно бросил же, блядь. Сейчас уже лет 10, да больше не курю. Я Колю Шевнина встретил. Я говорю, нихуя, говорю, мы, блядь, стареем, а у тебя рожа красная, блядь. Он смеялся, я, говорит, курить бросил. Как ты бросил? Я, говорит, ездил, суну к деду какому-то нахуй. Он там какими-то травами или что-то там. Ну, короче, я не знаю, он сейчас курит, не курит, не знаете? Не курит. Не курит, да. Спички все жует, не знаю, до сих пор. А? Все понял. Есть. Так, стоять, подруга. Нет, на кислоту. Блин, палку на, Серега. Сейчас его найду. Есть. Давай будем доставать, не дергайся только, а то тебе хана придет. А тебе и так хана придет. Бля. Как же и достать-то тебе? Бля, пиздец ты зацепила. Так, готово. Небольшая, но есть. Да тут у меня на 700 грамм. Да. У нас по закону меньше 50 сантиметров нельзя брать. У меня больше. Все. Сейчас я ту мамашу выцеплю, которую мы с тобой видели. Так, щучка есть, господа. Тун-тун-тун. Мужчины тут ловят, не знаю, что. Сейчас вершина, бля, если они пузатые, ну, крупные, то с икрой. Ты давай же живца, пару жерлиц как поставим. Мамашку-то поймаем эту. Мамашку? Да. О, на кислоту такого же, видишь? Ага. У тебя побольше чуть-чуть. У тебя, наверное, 7-й номер, у меня 5-й. Пузо салатная, кислотная такая, да? Кислота, да. У меня еще капелька эта фосфорная. А я хотел одеть такую голубеньку, так, наверное, не стоит. Я снял, наоборот, сейчас только. Так. Привет. О, не, живец несерьезный. Ты ему надо крышки-то откуси, ёпки. Русские обрежут насосами нахуй, все. Я слышал, ну сам прав, не ставлю. Все, продолжаем дальше. Сережа, окунька поймал, живца. Поставим на щуку. Поставим. За жерлицами пошел я. Блин, не с той стороны. Здесь можно провалиться. Вот так. Пойду ставить
жерличку. Фух, весь убегался, блин. Так. Где поставим, Сережа? Пока я везде их тут видел. Так, так, так. А? На 100. Так, я сюда. Сейчас мы на окунька поставим. Секунду. Турут-турут. Опа, есть. Стоять. Что, два уже, да? Нифига себе. Два живца уже. Тогда будем ловить на два. А? Сейчас на окунька. На окунька тогда. Тихо. Дальше жена у него, ё-моё, блядь. Чё, мы в питерский лагерь с ней вместе ездили. Что-то нам был. Вот так. Ну что, давайте. Блин, у меня уходит, ладно. Так, еще один тогда надо поставить. Даже не знаю, где. Вон туда пойдем. Потом глубину проверим. Так. Ну, окуньков, да, не знаю, будет, не будет брать. Сейчас рядом я просверлю и посмотрю, как стоит. Ну. Что сработал, флажок? Что сработал, непонятно. Так, у меня когда пакет один улетел. Не понял куда. Сейчас я посмотрю, как поставлено.
рядышком просверлюсь и посмотрю, правильно ли поставил. Лёд-то здесь. Туру-тун, туру-тун. Так, посмотрим, как стоит живец. Включим запись. Плавает, не плавает, надо посмотреть. Сережа балансирует, балансирует, ищет рыбу, а я балансирую, стою. Может, еще щучку одну зацеплю. Не знаю. Эти пока не работают, жерлицы. Хотя щука им полна. Я хожу, дергаю. Обед у меня. Перекушу, буду искать щуку. Сало. А сало сегодня попалось с мясом. Жеваться, наверное, не будет. Вещь. Сало, Серега, с мясом хочешь? Не жуется ни хрена. Все, обедаю. Нет, народу вроде на яме было человек, наверное, 5-6. Я шнековый бурю, да, и шнеком вытянул вот такую рыбинку. Но. Ну, какая-то он не беленький такой, вот такая рыбинка. И он лежит, блядь, это на снегу, я думаю, дай-ка туда ее обратно брошу. Он на боку лежит, блядь, не плывет, я туда ее упихиваю. Подходит один товарищ. Че, я гудаван, малек, да-ка деньги на мормышку, что попробуй, может, окунь. Я одеваю на мормышку, тут же отпускаю, только начинаю поднимать, тык, щука кило 200. Леска 0,12. Но. Ну, я долго выводил, блядь, он туда бежит, сюда бежит, потихоньку, вывел ее, блядь. Но потом, да-да, вывел, кому потом рассказываю, не верят. Я говорю, не веришь, иди спроси, нахуй, там 5 человек стояло, блядь. Ну, а там такие спецы, блядь. Я только достал ее, на лед бросил, один подошел, кило 200, можешь не взвешивать. Другой, ну, может, не дотянет до кило 200. Я пришел домой, на веса положил, блядь, кило 200. Думаю, ничего, глаз на меду, ну, ага, вон блядь стоит, смотри. Сычка подошла, не видеть было выйти. О. А вон, ага, ага, ага. Плывет. А там тоже кто-то вон маленький бегает. Хрен знает. Не, вот где-то тут выше пробежал. Видишь, непонятно, да, с какой стороны вот, блядь. Погоди, так, ну да, как она у тебя, вот куда смотрит, да, непонятно, действительно. Непонятно, вот камера из-за этого. Сейчас вот эту доставать, и вон отпускает. Что она не хочет? Так попробовать. Она, ну, что она жопой стоит, так даже не увидит. Ладно, сейчас. Поставь нахуй, да попробуй. И этого поймал, блядь, этого. Эту черную эту хуйню. Тоже не верят. Я говорю, не веришь, иди спроси, там, дохуя ж пиздец. Потому что у рыбаков есть привычка, знаешь, припиздеть, блядь. Рыбаки, охотники, они обычно привыкли всегда.
Так, там щуку я видел. А что такое не берет, не знаю. Сережа все ловит. А, он тоже балансир взял. Нижний, да, смотри, Серега поймался. А? За нижний поймался, да, я хотел снять этот крючок там. Ну что ты, дружище? Как сейчас тебя отцеплять? Опять на палку, блин, искать. А, там где-то палка у меня. Все-таки кадр я куплю. Смотрю на него на зоне, отлужил уже. В избранное. И думаю, потом. Ну вот этот. Типа плоскогубцев-то. Нет, сначала шарики засовываешь, разжимает, а потом плоскогубцы такие. Раз, раз, раз. Экстрадер он называется или как-то так. Пинцет хули. Ну там типа плоскогубцев каких-то. Или зажим, как он, блядь. Да. Так, ну что ты тут заглотила? Дай-ка посмотрю. Да вон у меня лежат все. Блядь. Ёпти. Блядь, мало что-то тоже. Мало, да. На-на-на-на-на. Блин. Зацепил хорошо. И вот как тебя цеплять-то, блядина ты? Ну-ка. И вот этот, блядь, одессит-то меня нахуй. Как так получилось, вот, чтобы три туса пришло, блядь, это знаешь, и как раз эта ставка-то хорошая была, блядь. Ну. И у меня три туса пришло. Блядь, я ставку еще поднял, ёптой. Там двое или трое закрыли нахуй, стали скрываться. Там у всех хорошо, блядь. У кого там, блядь, это? Ну, у всех, блядь, это. Блядь, у меня три туза, а у денежки мои, блядь. Но как он это, типа, блядь, или он кому что сказал, или что? Мастер приходит, блядь, давай Шулаков туда-туда, нахуй. И я на второй день на работу прихожу, я говорю, что, как сыграли? Блядь, где-то один нас ободрали, как липки, нахуй. Уехали, нахуй. Гастролеры? Так не, ну как, бомбилы какие-то, блядь. Ободрали всех, нахуй. Есть. А? Готово. Все за одним, чё. Они сели против друг на друга, это уже сидеть, ябутся, нахуй. Так вот он раздает, нахуй, да. Ну, чтобы три туза пришло, блядь, это знаешь, вообще, блядь, бывает раз в месяц, нахуй. Ну, как... Так, улов показываем. Какой у нас улов? Две щуки у меня сегодня. Два гвоздя. Замерзли уже. На балансиры. А Сережа свой улов не покажет. Ну что ты вот из-за них не покажет. Сваришь, отлично, уха будет. Уха будет, замечательно. Да, хорошая наваристая уха будет. Да. Брат Петьку, нормально. Брат Петьку умирает. Ухи против. Будем выбираться, мы сейчас Сережа чайку еще побьем. Кстати, у меня тоже приедем, блядь, по темноте уже. Не домой же, да. Его тащить, блядь. Сопли поморозили, 23-го. Что ты мертв? Будем сейчас выдвигаться. Будем не только выдвигаться, мы сейчас будем ехать. Итак, друзья мои, сегодня съемок некогда было. У нас тут был местный житель, так байки нам рассказал. Чуть-чуть поснимал. Что, балансирили? Клев был плохой, показывать было нечего. Да. В основном досуг, как мы добирались. Да, ну, я там повключал камеры, он рассказывал историю всякие. Рыбу мы сегодня наловили. Нормально. Места здесь шикарные. Вот уже темнеет. Красотень. Будем выезжать. Сережу надо домой везти. Наверное, супруга потеряла тебя уже. Нет, никто меня не потерял. Да не потерял, но можно было и посидеть. Тебя быстрее потеряли, чем меня. А меня, да что у меня тут... Этот ролик вы увидите попозже, а у меня сегодня другой уже ролик загружен. Все? Все, пока. Всем пока. Всем пока, да. Дорогу не будем показывать. Увидимся.